Вот мы зафиксировали. Так, беру маркер. Маркером. Погоди, ты должен от руки закрутить сначала. Делаю метку. Беру гаечный ключ. Ты от руки-то затянул? Делаю оборот. И еще одну четверть оборота. Потому что ключи надо снести. Зажали. Можно его пальчиком немножко поджать, остальное он же не понимает. Так, беру калибр на 3/8 и проверяю, калибр не проходит, соответственно, все сделал правильно. Ну, попробую вытащить теперь. Теперь раскручиваю соединение. С второго раза калибр пройдет? Не нужно. Со второго уже не пройдет, потому что мы на 1/4 затянули, и мы дотягивать будем. Такое соединение обеспечивает сборку-разборку порядка 50-60 раз. То при последующих монтажах уже четверть оборота. Ага. Так, вот. Как это оно выглядит? Если фитинг, например... Только четверть оборота. Да, потому что ты же уже обрел.